Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы вновь на канале Таня из Англии. Сегодня вновь идемте с вами на прогулку. Покажу разные места в нашем городе. Наш город называется Нортгемптон или Нортгемптон, так некоторые его называют. Заглянем в какую-нибудь кафешечку, посмотрим природу английскую, улицы. Все, что вижу, все вам показываю. Переворачиваю камеру. Вот обожаю это здание в нашем городе. Тоже, конечно, кафешка, бар. Можно внутри посидеть, а снаружи. Это вход в торговый центр. Такой вот в старинном английском стиле. Много симпатичных домиков в Англии. Такой бело-красный вариант. Здесь больше белый. Стою прямо под деревом. Красивый такой ракурс. Дорожка. Чистенько здесь. Не везде в Англии чисто, честно скажу. Но местами, конечно, молодцы. Люди ухаживают. Какой здесь необычный дом. Я бы сказала, крыша очень необычная. И на крыше прямо окна, стекло, да? Такой вроде как треугольник, не треугольник. Но необычно. Ну, так немножко вокруг. Там проезжая часть подальше. А здесь, мне кажется, какой-то офис. Сейчас поверну камеру. Наверное, плохо видно, сейчас приближу. Вот такой офис. А сегодня понедельник, банк холидей, праздник в Англии. Поэтому он не работает. Это район такой немножко поскромнее. Ну, не все могут позволить себе очень дорогие дома. У нас тоже район скромный, дом скромный. Здесь очень много иммигрантов, вот именно в этом районе. Гуляли-гуляли, и вот куда мы с вами забрели. Такой туннель под проезжей частью. Здесь, конечно, можно по лестнице спуститься, но так как я с коляской, мы сделали небольшой круг. Сейчас покажу. И пойдемте с вами дальше гулять. А можно вот так в круговую на коляске. Ну или может у кого-то инвалидная коляска, то тоже очень удобно. А там дорога. С машины проедут. А ее даже не видно практически машины, потому что мы низко находимся. Ну, везде гуляем. И все снимаем. Давай. Еще один спокойный райончик. Много деревьев около каждого дома. Но Англия вообще в целом такая зеленая страна. Сегодня решили зайти в ресторан турецкий. Заказали такое национальное блюдо. Типа голубцы, только в виноградных листьях. Баранину, рис, фасоль. Вот эта порция одна стоит 12 фунтов, а вот это мясо плюс рис 11 фунтов и плюс фасоль. Всем приятного аппетита. Очень любим мороженое в Макдональдсе, а также милкшейк, молочный коктейль. Мне вот нравятся дома возле трассы. Такие вот они симпатичненькие. Здесь немножко на горе. Так, там у нас автобус. Здесь проезжая часть. Но единственное, здесь минус, что очень шумно. Ну, что делать? Здесь
такое круговое движение. Такой домик милый. Дерево посередине. Это тоже домик похож, кстати, на тот первый домик, который я вам показала. Ну, это вот стандартный, конечно, красный кирпич, но иногда встречаются и белые домики в Англии, но чаще красные. Стараюсь, дочка, менять маршрут, гуляем по разным дорогам, вам показываем, ну и мне самой интересно увидеть какие-то новые места в нашем городе. Но как же не выпить чашечку ароматного кофе? Посмотрите, аж несколько слоев латте. И вот в такой прекрасной кафешке. Можно и пиццу, конечно, но я хочу просто кофе. У них, кстати, кофе недорогое и очень вкусное. А это школа. Но она уже не работает, потому что время уже почти 6 часов вечера. В основном они до 3 или где-то 15-4 заканчивают все ученики и идут домой. Около тоже проезжей части покажу вам вокруг. Школу еще вам вообще ни разу не показывала, ни в одном из видео. Ну, такие типичные английские дома здесь, которые очень часто встречаются в Англии. Гуляем дальше. Какая темная сирень. Боже, какая красивая. Удивительно. Запах такой приятный от сирени. Тоже в мае цветет, как и в наших странах. Ну, сирень на фоне английских домов. Красота. Давайте прямо все дерево покажу вам. Немножко темновато, да? Ну, как есть. Чудо. Люблю цветы, природу, обожаю. А вот так в Англии можно найти название любой улицы. Например, в наших странах название на доме каком-то определенном, да, или, может быть, даже на каждом доме, то здесь нет. Здесь вот такая табличка. И, конечно же, вокруг показываю. Дорогие мои, ну как пройти мимо вот такой красоты и не сделать видео? Синее дерево. Только в Англии я встречала вот такое дерево. Ну, может быть, где-то в Европе еще есть. Но я вот с Башкирии, у нас такого дерева нет. Ну, это чудо просто. Синие цветочки. Достаточно часто встречаются они в Англии. Вот это красота. Сейчас прям поближе покажу вам. Посмотрите, какие они. Вот, дорогие мои, спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Обязательно с вами увидимся еще в следующем видео. Что-то вам покажу или расскажу. А это была прогулка по Англии. Многие любят смотреть дома английские, природу английскую. Все. Вы на канале Таня из Англии. Все. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.